Так, сейчас надо вспоминать, что я вообще собирался делать. Во-первых, возьмем Мерланду. Пробежимся с вами с разведкой. Вот, кстати, его нычка Минотавров, которую он брал. Это, по идее, консерватория, которую он добирал. Целых два внешних жилища Минотавров. Ничего себе. Желательно сделать так, чтобы они достались нам, а не ему. По идее, пришел он вот отсюда, сверху. Так, Кейтлинка, на ней ничего нет интересного, правильно? Надо тоже пробежаться в эту зону. С большой долей вероятности он тут не особо ее зачищал. Золото мне в самый раз надо, чтобы как раз скупиться на следующей неделе. Да, тут даже охрана еще не пробита в эту сторону, то есть он сюда пришел 100% именно сверху. Теперь по поводу Гриндана. Возможно, Кейтлин надо было не убирать. Но Гринданчика успевал. Если что. Так, этот у меня будет из замка подвозить армию. Этот по цепи находится. А, точно. Он же тут Тереком выбежал. Кстати. Кстати, да, выбежал Тереком. То есть я могу вернуться назад. Гринданом. Попробовать его тоже выбить там. Просто чтобы этот замок ему не отдавать назад. Блин, и кстати, это надо было делать Кейтлин, и я и хотел это делать, по-моему, вчера. Именно ею. А так, наверное, придется брать сейчас в Океала. И пробовать убивать им. Так, ну книжка у него есть, да? Стрелочка есть. Что еще надо-то? Сейчас главное, чтобы запаса хода хватало его атаковать там. Ах, да, извиняюсь, ребят. Вот картинка. Кейтлинка и побежал вниз, пособирал немножко ресурсов. И сейчас вот выкупил в Океала. Хочу от Гриндана передать армию сюда. Убить этого героя, который тут бегает. Только не Гринданом, конечно, а именно в Океалом. Гриндана можно оставить на разбежке на ком-то. Вот на 7-й скорости можно, к примеру. Так, скелета надо вообще удалять. Хватит ли нам этой армии? Не факт. Как-то вот так делать, возможно, надо. Ну, есть баллиста, что должно нам тоже помочь. Разведчиков просто надо ему минусовать. Он сразу даже сбегает. В принципе, что для нас неплохо. Ну, а Гринданам надо брать повышалку на силу магии, понятное дело. Только так. Тем более, вроде как он здесь Гриндана нигде не должен ловить. Так, теперь в плане подвоза. Нужна цепь наверх. Вот таким вот образом. Хотелось бы поставить замок. Но это дороговато нам обойдется. Можно попробовать, в принципе. Пяточку аж надо выменять. Единичку.
Да, отстраиваем замок. Хотя бы по приросту попробуем его перевесить. Не факт, что получится, но почему бы не попробовать. Спасибо, брожарю. Так, 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 так. Так, ну, наверное, надо просто передавать ход далее. Пожалуй, что да. Даже так. Он опять сюда приехал, значит, он построил цепь, хочет себе хотя бы минотавров выкупить. Значит, там не все так хорошо с армией. Получается так. Дал ускорение. Но по идее, да, должен мне минусовать ее. Конечно же. Ману, кстати, он пополнил. Да, заминусовал мне Мирландочку. Очевидно, будет выкупать оба лабиринта здесь. Я до него, скорее всего, не дотянусь. Засада, смотрите, груз 1.4.1, да. Ну, в принципе, остался стрим прошлый, но там я смотрю... Сегодня с утра пересматривал, проматывал в быстрой перемотке. Там рассинхрон тоже. Видео со звуками идет, как обычно, со середины где-то. Поэтому лучше дождаться, наверное, пока через бандикам то, что записывалось, да зальется. Ну, короче, помешать ему выкупить нычки минотавров я не смогу. Ну ладно, пусть выкупается. Что тут сделаешь? Там 100% отстроена цепь. Или на этот, или на следующий ход к нему. А, на следующий, да? Это же 1.3.7. На следующий ход к нему подмога будет ехать. А я сейчас на 1.4.1 даже не имею права его атаковать, если буду брать с собой какую-то дополнительную армию. Да, я не дотягиваюсь до него, конечно. Ладно, давайте побольше золота хотя бы соберем. Неплохая зона. Кстати, это мой шанс. Довольно-таки хороший. Надо об этом подумать. Да-да-да, у нас аж утром получилось так, что мы засейвили. Так, стоп, надо бонусы собрать. Вот таким вот образом. Так, а кого мы будем брать? Ну, у него есть тактика, он все равно мне выбьет того, кого захочет. Наверное, надо брать тех, у кого просто поболее здоровья. Перед проведением этих финальных боев. Так, ну вот, по максимуму все, что смог, вытягиваем это дело. Вот у нас Джейгар.
Так Лоренс ему все это дело отдает. Жайгар тащит по цепи наверх. Самого Лоренса можно немножко вперед протянуть, потом бонус подобрать. Так, есть Вакиал и есть Джелар. Так, Джелар забирает все самое основное. Можно попробовать еще немножко наменять. На Мантикор хотя бы. Так, Джелар. Слишком дорого. Ну и ладно. Значит, тогда тащим сюда. Возвращается в Океал. Джелар все это дело передает на него. На разгонщик, я даже не знаю. Так, пятая скорость. Пускай будет хотя бы шестая. Как вы смотрите на то, чтобы сходить сюда вниз? Мне кажется, это неплохая идея. Может, я ошибаюсь? Кстати, можно остаться также на разгоне. Хотя у нас там... А, нет, Кейтлинка нас уже не в состоянии разогнать. Да, она не в состоянии. В общем, становимся туда. А тут... В принципе, можно еще ниже стать. На следующий ход будем все это дело подтаскивать. Ну и, пожалуй, следующий ход. Быстрый ход от соперника. Так. Что у нас тут с армией? Вроде как довольно неплохо. С маной тоже вроде хорошо. Будем еще что-то подвозить или с этим лезем? Наверное, пока подвозить не будем. Полезем с тем, что есть. Так. Ставим одну гарпию позади. Кейтлин. Пускай она заберет немножко еще от Джора. Тем более он бесплатный. Идем сюда. Тут, кстати, и пополняшка маны совсем рядом. Ой-ой-ой. Не, вообще не вариант. Значит, максимум, что мы делаем, это отбиваем вот этих ребят. Ну ладно. Хотелось, конечно, все это дело добрать, но раз такая мощная охрана, то... Какие архимаги! Лол. Я не на них хотел. Блин. Ой. Накидывать ко мне кожу сразу же. Наверное, да, надо накидывать сразу ко мне кожу от них. И сразу по коням стреляют. Да пусть лучше по ним стреляют. Кони еле выжили. Вот же ж, блин. Да я бы на них реально вообще не бежал. А тут такая засада получилась. На тебе. 28 хп. У них еще и штрафа вблизи нету.
лечения у меня нету. Велика вероятность слить коня здесь. Пожалуй, конь пойдет назад пока. Вроде есть аджур, который приятен им для того, чтобы его съедать. Вот пусть на него и покупаются. Пожалуй, на этом пока и сосредоточимся. Сделаем вот так. Тут тоже можно врезаться. Тоже врезаемся, пока ответка снята. Просто подставляемся. Четвертая, седьмая. Пожалуй, продолжаем стоять на месте. Делаем вот так. Выйдемся. Единичка осталась. Добили. Блин, надо было отойти. Ну ладно. Да уж. Так, ну что ж, вторая битва. Их тут тоже очень много. Тут уже работаем немножко иначе. Вот таким вот образом. Всеми пока ждем. Есть. Сразу же врезаемся с разгончику. Назад. Далее есть хорошая стрелочка у нас. Снова всеми завыйтимся. Пускай становятся поближе. Так, надо бить. Есть. Грейженный стек в первую очередь пытаемся выбить. Так, далее, в принципе, они особо далеко не добегают. Ману особо тоже не стараемся экономить. Выйдемся и назад. Если я успеваю всеми отбежать, конечно. Отлично, успеваем. Так, завыйдемся, пожалуй, всеми. Тут, пожалуй, можно бить или нет. 64. Да ладно, оставим на потом. Зачем лишний раз подставляться, да? Вот так вот можно сделать. Попробовать их здесь же добить. Давайте с разгончику так. Хоп. 56. И вот так вот добавим. И добиваем. Тут тоже. Без потерь продвинули доспехи. Заодно взяли перчатки. И надо разбиваться. Но разбиваться я только на следующий ход смогу. Станем вот так. Тут получается Кейтлин нас попытается разогнать. Так. Вот таким вот образом разгон идет. И тут, пожалуй, армию надо будет назад вывозить. Может, с мумиями, конечно, повоюем еще. Но, честно говоря, не сильно горю желанием. Кейтлин может сходить здесь, отбить замок. Как вариант на следующий ход. Вакиалом тоже где-то здесь тогда становимся. Джелар. Он мне тогда нужен тоже здесь, в цепи.
чтобы армия нормально отсюда выезжала. И здесь тоже станем поближе. Ну и, пожалуй, пока все. Будем возвращать себе таймер, а то по таймеру все очень плохо. Для того, чтобы против него проводить какой-то бой, мне надо пополнять ману однозначно. Тут как бы без вариантов вообще. Ну что ж, посмотрим. А, и он хочет с помощью Орис как раз докупить Минотавров и потом еще и Минотавров добавить к себе в армию. Ну, почему бы и нет. Да, в принципе, хороший шанс. По сути, именно своим главным героем он и прикрывает то, чтобы я не помешал ему сделать все им задуманное. Так, ну, Кейтлин, как и собирались. Идем, добираем замок без потерь. Также есть возможность докупить немножко Аджура. Оставим здесь кое-какую защиту. Гарпии тоже вполне пригодятся. Возвращаем это все сюда. Да, именно так. Кейтлин тут еще немножечко побегает. Так. Там будут добираться Минотавры, ясно. Я до него дотягиваюсь, конечно, но без маны я на него не полезу. Это мне только в убыток. Так, значит, в океал. Дай мне кого-то, на ком можно разбиться. Блин. Придется выбирать. Какой стек отдавать полностью? Давайте копейщиков отдадим, так и быть. Блин, жалко, конечно. Но что делать? Все, грини, разбиваемся. Выкупаться мне надо именно вот в этом замке, поскольку здесь удвоение маны работает. Я моментально пополняю ману таким образом. Отлично. Дальше. Войска мы отдаем на Джилара, пожалуй. Так. Отдадим, пожалуй, даже копейщика Гарпии. Имеют больше здоровья, они мне в финальном бою еще понадобятся. Джилар все это дело увозит. Подумаем насчет подвоза армии. Не так много я чего-то вообще могу подвести. Так-то. Но хоть что-то. Так, здесь у меня Лоинс. Забираем все, что есть. Отдаем сюда. Так, ну эти войска, может, мне еще где-то пригодятся. Есть Джилар. Джилар, по идее, дотягивается. Да, все отлично. Значит, Джейгар все это дело отдает. И поедет он мне еще в цепи, возможно, понадобится. Где-то тут. Так, прячемся в этом замке. Сюда приезжает Джилар. Соперник, не знаю, дотянется, не дотянется до нас. С большой долей вероятности не дотянется. Как насчет того, чтобы докачать себе что-нибудь? Как раз
1500 мне хватит для того, чтобы уровень поднять. Так, а стоит он далековато, по идее. Я не дотянусь до него. Да, с большой дырой. Чуть-чуть не хватило. Эх. Так, так, так. Гриню внутри замка садить нельзя, чтобы его не словили. Тут без вариантов. Возможно, стоять со всей мощной, но может мне лучше все-таки. Так, а куда Джилар может выехать вообще? Да куда он доезжает? В случае чего? Ну, в общем-то, недалеко. Но он тут пробежал вот столько. Тут, по идее, где-то до сюда добегает. То есть до замка добегать не должен, по идее. Так, а если ты вот так? Нормально, да? То есть можно гриню здесь поставить при желании. Отдаемся на гриню. Выбежать может ему навстречу. Кстати, может, я до него и доставал, если бы тогда атаковал. Да ладно, то уже такое. Ну что ж, да, давайте выйдем сразу на него и станем на портале. Посмотрим, что он будет делать. Так, организован ему подвоз. Надеюсь, что это не чудище. Медведей в финальном бою сейчас мне бы не очень хотелось видеть. Так, пошел добирать себе повышалку на силу магии, я так понимаю, чтобы больнее бить. Ну, как вариант, да. По параметрам, конечно, он интересно выглядит. В ближнем бою там тяжеловато с ним сражаться. То есть надо именно по магии с ним разбираться. В идеале. Решил мне цепочки здесь порезать, но это, в принципе, не те цепочки, которые мне нужны. Кстати, он с собой в армию нежить взял, это хорошо. А хорошо в том плане, что это минус 2 морали сразу. Если он будет часто дизморалиться со мной в бою, то это будет огромный плюс. Сейчас даст. Даже без ускорения. Не стал давать экспертное ускорение. Посчитал, что скорее всего все равно не добегает. На 30 у меня бьет стрелочка. На 30, да. Если сюда... Двоих можем убрать. Давайте уберем двоих. За 187 золотых, да мы просто сбежим. Здесь он и остановился. Но мы в таком случае можем с вами притянуть еще мантикор. Их тут выкупит Джайгар.
Также из верхнего замка нужно доскупиться. Это сделает у нас Джилар. Причем все это, пожалуй, берем. У нас все это ударные стеки. Можно кузницу поставить. Правда, не хватает золота на то, чтобы как-то там доскупиться. 400. Там 1500, по-моему, оно стоит, да? Ой, не. Короче, без баллисты лезем. Также Агар. Тащи все это дело сюда. Так, Гриндан делает шаг вниз. Так. Кто у нас Джолар на подвозе? Вот такие стеки у нас получаются в итоге. По центру я даже не знаю кого. Возможно, мечников поставим. Ну все, надо идти его бить. Тоже не факт, что это самый финальный бой. Возможно, еще будет продолжаться борьба и дальше. Тут однозначно все вперед станут и даст экспертное ускорение. А расчет то, что он взял нежить, наверное, на то, чтобы больше стеков пытаться мне заминусовать. Но это в случае, если не будет дизморалек. Дизморальки могут ему только еще больше проблем наделать. Так, не понял, то есть он не идет сразу вперед? Передумал делать как раньше? Образумился, что ли? Возможно, он сразу захочет выйтиться, а потом ломиться вперед, раз он не встает прям как можно дальше вперед. Типа первый раунд завейтится, а потом уже с ускорением навалится на меня. Ну, в принципе, да, неплохо было бы, наверное. Ага, и стрелков сразу же прикрыл. Ах. Ну это чтобы я конями не врывался туда. Понятное дело. Цепная молния. Блин, да это ГГ походу, ребят. Он гильдию отстроил. Никак это не входило в мои планы. Против цепнухи я тут навряд что-то придумаю адекватное. 26-32 я не убиваю. Выйтимся. Тоже выйдемся. Да, цепнуха это очень плохо. Давайте пробовать убивать именно птичек в первую очередь. Все-таки это первая скорость в бою.
Ну, похоже на то, что я проиграл. У меня с отстройкой гильдии не очень получается, у него получилось. Поставил четвертую гильдию, словил цепнуху. В принципе, если мне еще раз откупиться и уйти в отстройку гильдии, но опять же он мне, скорее всего, не даст успеть это сделать. Тут будет десятая скорость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там мне особо некуда деваться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я никуда не скроюсь. Тут без вариантов. Ну ладно. Ну да, это было очень больно, конечно. Скорее всего, этой цепной молнии будет продолжать и дальше меня шарашить с большой долей вероятности. При цепной молнии мне просто поближе к нему надо становиться. Максимально. На следующий раунд он все равно первый ходит, вот в чем беда. Подставляться сразу под удар. Не думаю, что это очень хорошая идея так-то. Давай сюда. Ну, конями хочешь, не хочешь, надо бить. Все равно ему же в этом раунде точно капец. Переставился вниз. Цепную, значит, будет поверху, наверное, пускать. Да, пустил именно поверху. Триста урона цепнуха. Жестко. Да, его цепнуха это что-то. Делаем вот так. Надо идти, пожалуй, назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давайте станем где-то здесь. Тут пока завейтимся. Тут, пожалуй, тоже. 40 хп. Блин, когда я уже эту птичку-то убью, кто мне скажет? Есть! Потерял первую скорость в бою. Да, статы крутые, он очень быстро качался. В отличие от меня. Магией я бью. Привет, Тимбукту. Стараюсь бить магией. Одними стрелками шарашу постоянно.
Я могу накинуть на него еще ну нет, замедление тут уже навряд поможет. У него он, короче, эксперт ускорения, я эксперт замедления. Предыдущие бои удавалось хорошие размены делать, а тут он цепнушку словил. В принципе, бьет она не сильно больно на 300, но и этого хватает существенно. Давай сюда. Короче, решил меня перестоять, да? Ну, если он захочет это сделать, то может попытаться. У него два вида стрелков. Это баллиста, которой он управляет. Он эксперт по баллистике. И плюс орки. В одном из боев, там, где можно было очень хорошо как-то преимущество свое реализовывать, я там замедление, кастовал замедление, чтобы получить преимущество, потом стрелка. Он накидывал эксперт ускорение, на два раунда получал преимущество. Я опять накидывал замедление, стрелка. Надо было просто стрелкой шарашить постоянно. Она била больно. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну ладно, продолжаем пока стоять. Остаемся пока на месте, тоже остаемся пока на месте. Он меня будет шарашить, чтобы в нужный момент просто сделать эксперт ускорение и вынести меня в итоге. Именно это является, пожалуй, его основной задачей. Делаем вот так. Вот оно, эксперт ускорения пошло, да. Ожидаемо. Не, ну он уже бежит. Просто у вас с опозданием идет в 9 секунд, почти в 10. То, что происходит у нас. Сбил мне первую скорость. Ну, в принципе, я очень сильно теперь проигрываю по скорости. В принципе, можно откупаться, наверное. 10 скорость, 9, 10. Я не успею сбежать. Если что. На откуп 4000 надо, у меня этих 4000 нет. У меня их тупо нет. Так. Скелеты, огры, орки, грифоны. Скелеты. Так. Орки, наездники, грифоны, орки. Все, получается, у него отходили уже, да? То есть до седьмой скорости дошло, а ниже седьмой скорости у него нету. Ну ладно, делаем вот так. Давайте делать так. Короче, мне надо сделать так, чтобы побольше потерять в этом бою нормально, чтобы можно было откупиться. Пять. Можно мечников даже отдать.
Так, этих тоже можно отдать, пожалуй, чтобы их заминусовали. Да, давайте отдадим. Отлично. Если он, конечно, не убивает. Фух, не убил. Короче, просто отступаем. Просто отступаем. Придется потерять эту армию. Но если я остаюсь, тогда это ГГ. Он сейчас находится без маны. Можно будет вторым разом на него как-то напасть. В случае чего. Так, где мы можем выкупиться нормально? Сейчас нигде, у нас нет золота. Давайте тогда думать, что мы будем делать. Тут идем вниз. Удвоение маны на него уже не сработает. Так, куда тебя можно заслать? Наверное, всех надо отсюда выводить. Уже Эгара особо хода нету. Воинца я здесь где-то спрячу. Возможно, хотя он увидит, что здесь стоит воинс, убьет его. Попробуем золото собрать на то, чтобы потом можно было выкупить мейна. В случае чего. Так, ну какая-никакая цепочка есть, уже сейчас можно выкупаться, если выменит немножко ресурсов. Так, 2200. Вот как-то так. Что, все-таки здесь выкупаться? По идее, да. До камня учения и назад я не успеваю, по идее. Короче, рисковать не буду. Хотя мне камня хватало бы, чтобы левел поднять. А зачем мне ману пополнять? У меня и так максимум. Значит, берем камень. Эксперт доспехи. 9-я сила магии, кстати, стала. Ко всему прочему. Ну, по идее, пойдет меня сейчас дожимать. Так, а ему пока будут выкупаться Минотавры и тоже подъезжать. Вообще посмотрим, может он пойдет пока вниз сюда. Тоже такой вариант исключать нельзя. Минусует мне Кейтлин. Кстати, здесь он ману пополнит. Ну, сюда он не пойдет, конечно. Надо выкупить отсюда всю имеющуюся армию, чтобы она ему хотя бы не досталась. Так, что мы будем делать? На меня он пока не идет. А, так тут и армии нету, по сути. Ну и ладно. В принципе, я могу разбиться. Еще разочек попробовать на него напасть. Просто цепнушка. Ё-моё. На третью гильдию по 6 драгоценных ресурсов. Одной серы мне не хватает. В принципе, серу я могу добрать при желании.
Вот она, собственно. Таким образом, мы ставим третью гильдию. Кстати, антимагия. Но, правда, от низкоуровневых заклинаний. Садим его обратно. Войск нежити недостаточно, чтобы как-то мне там побегать, покачаться. Тут у нас героя нет. Не скуплены у меня на этой неделе еще копейщики, в принципе. С армией все плохо. Вот это, по сути, вся армия, которая у меня есть пока. В этом замке, по-моему, я все забирал. Да. В принципе, тут немножко уже осталось, он, по идее, не успевает до меня добежать до конца недели. То есть гринданом можно начинать, например, бежать сюда, чтобы потом отстроена была цепочка и организован подвоз армии, чтобы я еще раз мог на него напасть. Возможно, пока он бегает здесь. Если он пойдет сюда куда-то, то это получается пятый день, шестой. Хотя, может, он успеет еще вот сюда встать или куда-то. И даже забежать на мою территорию. Пока не ясно. Блин. Не очень хороший момент. Ну что, Малкольма тогда я, пожалуй, буду засылать вот сюда. Пускай хотя бы каких-то копейщиков там выберет. Против цепнушки тяжело сражаться. В замке тебе надо отстреливаться, можно баллисту сломать, чтобы не вошел своими пешеходами. Да, ну так видишь, прикол в чем, он не идет на меня. Он тупо на меня не идет. Это понятно, что магам вполне нормально сражаться внутри замка. В общем, буду держать его на такой дистанции, на которой, может быть, он где-то подставится. Но не факт. Джилар мне нужен будет в цепи. Лоинс. Не знаю, Лоинса пока... Можно, наверное, даже в замке оставить на разгоне. Так, а вот едут минотавры, я ничего не могу поделать, да? Даже стрелочки-то. Давайте же Эгаром хотя бы стрелочку получим на будущее, чтобы можно было хоть кого-то минусовать. Есть. И помимо этого немножко качнем, может, сила магии продвинется. К сожалению, продвинулась атака. Ну ладно, и на том спасибо. Ну все, пожалуй, следующий ход. Будем копить таймер. Забирает он замок. В плане преимущества, что он может получить от этого замка? Он может построить здесь портал и отпорталить нычки минотавров. У него целых две нычки минотавров здесь. Мне бы этого, конечно, не хотелось. Контроль карты пока за ним. Надо всеми силами стараться накопить как можно быстрее на четвертую гильдию.
Возможно, там зайдет контроль или цепная молния. Под контролем городской портал имеется в виду, конечно. Так, приходит нам ход. Повторим ход соперника. Ну, ко мне он пока не собирается. Может и удастся. Кстати, может позволит гильдию построить дома. Проблема в том, что мне делать нечего. Вообще нечего делать. Ну, могу я разбиться в родной замок, немножечко здесь покачаться. Ну, что это мне дает? Ровным счетом ничего. Блин. Повышалки я, по-моему, все уже забрал. Все, что только можно было на силу магии. Армии пока нет, чтобы пробиваться через стрекоз. Внизу тут немножко армии еще осталось, а так в целом уже все зачищено. Бурков очень много. Набрать единичек, пойти на единорогов, но они же тоже разобьются на 7 стриков. Со второго раунда они меня минусуют. Молодец, грамотно не подставляется пока что. То есть, по идее, он посчитал, что он меня не ловит на этой неделе, то есть у меня есть возможность от него победы. Идет с приростом, значит, на второй месяц. Подумать только, скирмиш дотянули до второго месяца практически. Жесть. Попробовать тупо реально побегать, посражаться за различные ресурсы. Надо и серную шахту тоже отбивать, кстати. Наверное, возвращаемся. Пойдем бить серную шахту. Хотел под разбивку здесь феи держать. Хотя феи под разбивку, это мы уже выясняли, это бред. Скорость очень высокая. Пойдем, короче, бить там. И заодно... А чем бить-то? Нежитью будем бить. Да, будем бить нежитью. Здесь у нас есть герой, который эту нежить потянет. Джелар, значит... станет сюда. Чтобы потом можно было вести дальше. Тут надо будет выкупить какого-то героя. Пускай это будет Адель, в принципе, не принципиально. Поставим ее где-то вот здесь. И ею потом идти отбивать эти ресурсы. Просто надо как-то попытаться ускорить процесс отстройки. Возможно, даже еще один герой мне сюда надо будет. Кстати, мельницы я не посещал, а неделя заканчивается. Давайте хоть какие-то бонусы собирать. Побольше ресурсов надо стараться выжать. Кристаллики неплохо. На следующий ход еще, возможно, самоцветов вытянем. Редкие случаи, когда нужны именно самоцветы, а не золото. Да, подъезжает к нему армия. Скорее всего, да, будет порталить. А через недельку у него хороший стек минотавров образуется. Блин, все очень плохо. А наверху за ресурсы... Нет, с нежитью там такие охраны я не смогу пробивать. Желательно еще ему не отдать вот этот город, там где у меня удвоение маны работает. Ну, по крайней мере, не отдать до того момента, пока я удвою ману. Так. Ну, вроде все. А, копейщиков я хотел выкупить. Забираем копейщиков. Отвезем их потом на грейд.
Жаягар. Можно его тоже, кстати, через камни прогнать, чтобы он тоже мог там сопернику что-то минусовать. Все равно у меня занятий особых нет, что мне еще тут делать. Так, Алоинс, ты у меня не прогонялся, отлично. Давай мудрость тебе возьмем, стой на разгоне. Все, пожалуй. Так, отлично. Повторяем ход. Пробивку. Короче, он сейчас свои проблемы решает, я свои всего. Короче, подтягиваем эту нежить. За неимением лучших вариантов, да? Хотя стоп, а как я на нежити собирался это все пробивать? Если это все пробивать на нежити, то это главным надо. Тут и маны у всех мало, тут реально на одной мане надо это все пробивать. Так, ладно. Пока идем бить фей. Красиво разбились. Уже ожидаемо. Значит, сделаем вам вот так, ребята. Четвертая скорость. И начнем потихоньку отстреливать. Так, а этого оставим на месте. Чтобы они бегали за ним. А теперь начнем потихонечку обычными стрелочками их минусовать. Которых у нас довольно много. Так, мы будем минусовать тех, которые наиболее невыгодно для нас стоят где-то на карте. Так. Первая дизморалька, да? Делаем вот так. Для нежити вообще родная земля, это просто красота. Ну и все, тут будет без потерь, если не сморалятся. То опять же, если сморалятся на зомби, возможно, даже не добьют единичку. Да, спокойненько, в общем, добираем. Потеряв единичку как раз таки. Так, надо где-то еще искать опыт. Отдаем это дело на сэра Мюллиха. Оставаясь на разгоне. Сэр Мюллих тянет это дальше. На Джилара. Привет, Владимир. Да, веселуха. Две партии запорол себе во время ночи, а теперь... Не, одну, правда, днем запорол. Одну днем, одну ночью. В общем, после вчерашних неудачных партий приходится сегодня их доигрывать. Вторую, правда, я не знаю, когда мы будем доигрывать. Эх. Сейчас, короче, моя задача побыстрее четвертую гильдию словить и надеяться. Вот же засранец. Он, мне кажется, все-таки будет ломиться сюда, сюда и отжимать этот замок, не давая мне каких-то шансов. Ну, в любом случае, за счет низкой скорости, третья скорость у него на разгоне, он, по идее, не добегает до замка, то есть пока еще время у меня есть.
Блин, я тут все уже поминусовал, мне разбиваться негде. Снайпера это опасные ребята. Я пока не знаю, что делать. Армена Джилари. Подвести это все к Малкольму. Есть. Что у тебя есть? Ни одним благословением сыт не будешь. Однозначно брать будешь не ты, Малкольм. У тебя, по-моему, вообще нету ничего. Вином ешкин кот, когда реванш-то сыграем. Видишь, он уже третью партию против меня катает за последнее время. Особенно в ночное время, если у меня появляется время сыграть, то отписывается, как правило, только он и еще там один из ребят. Интеллект идет. Ну что, Джиларом тогда надо именно вставать под пробивку. У него хотя бы маны много. Именно он пойдет брать. Для скирмиша идет. Такая у нас встреча уже произошла давно. Под на третьей неделе, по-моему. На третьей неделе произошла встреча. Уже было две или три финалки. И мы постоянно теряем армию. Один раз он сбегал, пару раз я сбегал. И, короче, из-за этого игра затянулась. До второго месяца тут игра 100% будет идти. Встреча произошла вовремя. Это мы уже затянули игру. Я много натупил, у него были ошибки. Так, ну что, Адель? Аделькой тогда там даже и делать особо нечего. Давай сюда на мельницу, чтобы на следующий ход собирать какие-то бонусы, какие-никакие. Дали золото, сера. Сера неплохо, сера мне нужна. Ну, ночуем здесь тогда. Здесь тоже остаемся на месте. Малкольма просто разгоняем. Армию на следующий ход тогда уже будем доставать. Ну и скупка будет на следующий ход. Давайте поставим бастион грифонов. Армии у меня и так мало. Чтобы немножко увеличить прироста. Хотя мне кажется, на следующий ход или через ход все может закончиться. Он понимает, что, скорее всего, гильдию я строил именно здесь. Ставить префектуру, чтобы еще больше золота капало, даже не знаю. Давайте влепим, ладно. Все, пожалуй, следующий ход можно завершать пока. Можно на копейщиков сходить, тоже их будет забрать. Не забудьте про Red Rush. Да помним. Делаем вот так. Так, снизу, в общем, собираем бонусы Тила. Раз, два. Можно выезжать. Адель тоже забирает бонус. Кстати, это же четвертая гильдия, ребят. Опача. А ну-ка, удивите меня. Цепнушка. Да, детка. Да-да-да. Ну что? Повоюем, значит. Это еще не дает нам какого-то серьезного преимущества, но это уже хорошо. Грейд грифончиков. Так, 100% кони или коней оставить на то, чтобы в замке потом давать второй бой.
замке давать второй бой. А насколько у нас бьет цепнушка? А, мы ее еще не выучили. Сэр Мюллих. Он нормально довозит, в принципе, к Риндану. Можно зайти сразу. Так, смотрим на цепнушку нашу. Где наш воздух? 442. У него на 300 бьет, у нас на 442. Возможно, сейчас немножечко побольше даже у него будет бить, если он прокачался. Что я могу еще сделать на этот ход, кроме скупки? Я могу заняться удвоением маны, но удвоение маны, наверное, после сбегания мы сделаем. Перед замком будем здесь его встречать. Потом он на нас нападает, мы сбегаем, если успеваем. Здесь удваиваем ману и садимся в этом замке. На войсках нежити, да? Сейчас я на бой с ним нежить не буду брать, потому что если будут выпадать мне дизморальки на остальных юнитов, а нежить он мне заминусует, то я могу не успеть сбежать. Да, короче, надо решать, кого мы просто берем. Вот эти войска тоже оставить на потом или сразу с ними ломиться? Интересный момент. У него там цепнушка. Наверное, сразу берем. Смысл тянуть. Так, это мы берем. Вот хочется их все-таки оставить на финалочку. Внутри замка. Или вообще сразу садиться в замок и не парить мозги. Все равно он антимагию в любом случае получит. И тогда я хотя бы с полной мощной дам ему финальный бой. Гриня должен, в принципе, добегать. Не добегает до замка. Тогда он меня может словить, то есть разбиваться надо. А разбиваться мне не на чем. Нет, значит, первый бой будет все-таки там. Ладно, берем этих ребят. Делаем максимальный разминчик. Может стрелков не брать, а взять вот этих вот ребят. А стрелков так чисто на единичке за счет их скорости. Хотя... А у птички есть с ним? Ну приедут, птички будут. Он на третьей скорости, может он меня и не словит. Этот замок он в любом случае забирает. Короче, просто берем и уходим отсюда. Просто уходим. Пожалуй, что да. Сэр Мюллих пойдет еще копейщиков доберет. Джилар, не знаю я, где тебя использовать.
есть еще повышалка, которую я не брал главным героем. Давай же, Эгара, сюда погоним. Он с собой таскает нежить, поэтому неплохо, конечно же, скупить ее по максимуму, чтобы меньше ее досталось ему. Толку с этого никакого практически, но чем меньше будет у него войска в финальном бою, тем лучше. Так, армия в замке остается. Грифоны, чем лучше коней, я просто их выкупал на Аджор, чтобы первый бой провести на открытой местности с ними. Ничем они не лучше. Их меньше жалко. Я думал с конями в замке сидеть, а грифонов и остальной Аджор повести здесь ему дать первый бой, а потом второй бой уже в главном замке. Но потом решил, что лучше с полной мощной. В любом случае, у меня у него цепнуха есть. Антимагия у меня у него есть, тогда вот финальный бой уже в этом замке и решит исход. Зачем половинить свою армию, если лучше дать просто один нормальный бой, пожалуй. Если бы у него не было эксперта ускорения, я бы дал ему залпами несколько боев. Но против эксперта ускорения он меня просто заминусует, если я с какими-то аджорными единичками на него буду бегать или слабыми войсками. Плюс цепнушка есть, которая сразу шарашит. К нему подъедут сейчас еще грейженные птички с 11 скоростью. Первая скорость в бою будет именно у него. 6 птиц, да, получается, за неделю там, по-моему, прирост. То есть ничего хорошего это мне не сулит. У меня тут хоть гильдия какая-то есть, нет у меня тут ничего. Да уж. Это Гриндан. Привет, Родион. Дела нормально. Настроение тоже. Готовимся проигрывать. Будем делать это весело. С улыбкой на лице. Так, цепочка у нас тут не очень хорошо срастается. Но, возможно, есть смысл сделать как-то вот так. Он мне, скорее всего, порежет эту цепь. Ну, пускай хоть потратится немножко. А то приехал на мою территорию и будет себя чувствовать комфортно. Это же нехорошо. Джилара тоже вот здесь поставим. Почему нет? Пускай. Все, короче, ждем. Забирает мой замок. Просто сейчас всех подставим вперед. Я все равно тут никого ему не минусую. Максимум вот эту единичку, но он ее отставил вдалеке. Морали у меня тоже быть не может тут нежить. Немножко в этом замке он сможет себе докупить скелетиков, да, по-моему. Правда, не знаю, станет ли он их с собой брать. Ну, то, что у него есть мой ГМ, все, что есть в этом ГМе, по сути, у него, по-моему, уже было, за исключением антимагии. Вот из серьезного чего-то именно антимагию он получает. Все остальное не столь важно. Если брать по армии, он и до этого был сильнее, чем я. И по прокачке он сильнее, чем я. И был, и есть, и остается. Мне сейчас вот в финальном бою придется что-то мудрить.
Если он будет допускать какие-то ошибки, вообще вот у него в принципе есть сейчас все. И по заклинаниям, и по прокачке, и по армии, с учетом подвоза, который подъедет, у него будет все для того, чтобы победить. Если он не будет тупить в финальном бою и сыграет грамотно, то тут без вариантов я проиграл. Если будут какие-то ошибки, ну будем пытаться его ловить на них. В общем, я только из-за этого и не сдаюсь, что возможно где-то на чем-то его словим. Так, в принципе, ну да. Если бы я играл с каким-то из более опытных игроков, я бы уже сдался, зачем мучить и себя, и соперника. Прикол в том, что он сразу поехал на меня. Я не знаю, у него получится сейчас сделать подвоз или нет. Но сюда никто так и не приехал за приростом. Так, выкупилась Фиона, сейчас будут резаться цепи. И делаться какая-никакая разведка. Лол, он меня может на разгоне сейчас убить. Так же? Ребят, он меня может сейчас убить на разгоне. Вот же ж, блин. Тупо я подставился, прикиньте. Блин. Все. Скорее всего, это ГГ. Разбиваться было негде. Вот сейчас он ловит гриню и все. И ГГшечка. Нет, развернулся. Но если Веном смотрит стрим, то спасибо, в принципе, что даст возможность провести финальный бой. А если не смотрит, то, возможно, это и ошибка. Ну, посмотрим. Так, второй фланг едет. А, ну это же Баркас, он там без армии. Возможно, он там цепочку отстроил. Давайте посмотрим, что тут происходило. Что самое главное, он мне цепь даже не порезал. То есть я могу что-то притянуть. Вопрос в том, насколько мне это нужно. Мне лучше потратиться на вот эти вот остатки и с ними уже дать финальный бой, по идее. Так, и где твои... А, на следующий ход, значит, подвоз будет. Если здесь где-то стоит какой-то герой, то может и дотянет. С этой стороны подвоза так и не видно. Что-то я не понял. То есть ты хочешь только с этим меня убить? За счет цепнохи? Блин, ну ладно, поглядим. Петлю вокруг Кристиана сделал, да? Да-да-да. Кристиана уволить, чтобы добежать. Но это был бы такой нехилый подарок. Мне нужны какие-то высокоуровневые существа, которые цепнушку хорошо переживают. Как назло, здесь отпорталились копейщики. Хотя как назло.
что у меня вообще в финальном бою там будет. Копейки будут. Можно, в принципе, притянуть. Не думаю, что это как-то... Стоп. Я сейчас перемудрю с этими копейками. Давайте решать проблемы по мере поступления. Нам сначала коней надо купить. А то сейчас начну париться насчет копеек. Так, садится Гриня внутрь. И сразу же смотрим, что мы ему берем. Это грейдится. Покупаются кони. Блин, обидно будет, если коня не куплю. Ладно. Нет, так нет. Так, ну тогда это просто у кого больше здоровья. Не потому что они стрелки, а потому что больше здоровья. Блин, конечно. Наказывай. Ну, попробуем. В замке, по идее, должно быть какое-то преимущество, но... Что там у него по параметрам? В принципе, сила магии так и осталась не особо. За счет экспертного воздуха у него просто больновато бьет. Нежить я не буду брать, несмотря ни на что. А вот феечек, может, и возьму. Да, феечек, пожалуй, возьму. Нежить брать нельзя. Кто у меня... Блин, у Адельки нету нормальных заклинаний. Кадберт. А, он мне Джилара убил. На Джилара были определенные надежды, ладно. Что, давай тебя назад вниз, Мюллих. Тебя надо отсюда увозить. Кадберт, кстати. Только слабость есть, да? А, скорость 5 против 6, смысла нет на это нападать. Ладно, просто убираем. Хотя с этой стороны он меня тоже может... Нет, там он меня не должен ловить, поскольку преимущество по скорости на моей стороне. Шестая скорость будет на родной земле. Жейгар садится. Так, дальше. Ну что, если будет подвоз, у него неплохие шансы там будут. Аделька может и не пригодится. Вполне может быть такое. Тоже сюда же. Расстановка. Ну, в принципе, у него есть тактика. Без разницы, как мы расставимся. Плохо, что коня не могу купить. Ну, в общем, вот она, финалочка. Больше я ничего уже не могу сделать. Это максимум. Не лучше ли грифонов на единички отделить? Против цепнушки без разницы. Так я хотя бы... Возможно, они выдержат хотя бы 2. А если повезет, то и 3 цепнушки. От фей, да, по сути, толку никакого, но мне против цепнушки просто нужны стейки, в которых будет как можно больше здоровья. То есть моя задача его перестоять, тупо перестоять. Магии у меня полно, а армии мало. Насчет того, что фейки нейтралят мораль, ну... Идти с ним в ближний бой
Это просто убийство, ты посмотри на его параметры в ближнем бою и на мои. Мало того, что у него стеки ударные, а у меня безударные, так еще и 8-13 против моих 3-0. Есть разница, да? Через одну цепнушку у меня, по сути, один конь там... А нет, все три коня могут заминусоваться. Ну, навряд он будет накидывать именно на коней. Нам вообще сейчас надо будет как-то подумать, как с помощью антимагии, возможно. Хотя антимагия... Антимагия... Может, и через антимагию будем играть, посмотрим. Пятьдесят. Раз. Давай наверх. Так, минусуем. Хотя мы можем дать ускорение, но только нам это ничего не дает. Вот в чем прикол. Один, два, десяточка. Но эти нас не убивают, кстати. То есть встаем в защиту. То есть мы их минусуем. А, жаль, жаль, немножко не хватает. Убил таки. Привет, Анна. Ну, я по большей части в разъездах. Ну, обычно в Мелитополе. Сам родом из села. Какая разница при таких статах грифом гоблина или скелета единичку резать? Грифом гоблина или скелета единичку резать? Не совсем понял. Я же говорю, я с ним в ближний бой просто не пойду. Короче, будем смотреть сейчас. Сейчас все решится. Будем считать, не будем спешить. Но если он сейчас не выиграет, блин, это еще затянется, как минимум на полнедели, а может еще на неделю. Так что если он выиграет, это будет к лучшему. Ну просто я не могу специально делать ошибки под него. Мува не хватило, ребят. Одного шага. Сейчас докупим коня. И возможно докупим еще родного героя в таверне, который еще нам немножечко армии принесет. Заодно посмотрим, был там, не было подвоза. Вообще птички ему нужны. Возможно, он пытается сделать два залпа одной армии, потом второй. Но я бы на его месте сразу все и мощной и шел, если есть возможность все подвести. Так, птички подъехали, причем их мало, значит птичек штучки 4, да? Да, 4 птички. Но цепи отстроены, возможно еще что-то подъедет. Что ж, его максимальный прирост против нашего.
Опять же вымениваем все в ноль. Жаль, не сделали кнопочку продать все ресурсы сразу. В конце игры частичка. Частично это может помогать. Частенечко. Так. Если я докуп... А, стоп, у меня уже нет родного героя. Ну тогда все, просто делаем максимальную скупку и не паримся. Это максимум, который мы можем сделать. Сделаем как-то так, чтобы основные ударные стыки стояли по 2 и по 3 под цепнушку. Либо он по этим бьет, но до этих не доходило крайних, либо наоборот. Возможно, тогда даже вот так лучше будет. Ну и все, смысла тянуть нет. Ждем его атаки. Пожелаем сопернику удачи. Что-то не хочется мне на замок нападать. Тогда не нападай. У тебя цепнуха, говорит. Ну да, он же видел в гильдии. Спросим, ничья. Септиенко, да, классная героиня. Не стал он нападать, кстати. Решила еще немножечко. Нет, говорит, не ничья. Что-то он тянет время. Благодарим соперника, что дает время на скупку. Септиена, она идеально подходит для того, чтобы бегать на нежити и минусовать на единичках ему ложков. Да не за что, говорит, я добрый. Так, пытается теперь получить побольше золота, чтобы я не скупался. Жалко, гильдию не успею сейчас поставить. Можно было бы, если бы здесь стояла хотя бы одна гильдия магов, вот этих всех героев обучить стрелке. Немножечко. Только надо было кого-то быстрых давать ему. О, блин, обогнать 11-ю скорость я ничем не могу. Не получилось бы. Без вариантов. Вопрос в том, когда он захочет завершить только эту игру. Пытается себе все забрать, чтобы мне ничего не капало, и я лишился экономики. Тотальный контроль. Ждет прироста. Ну, то есть еще одну неделю ждать. Ну, так-то да. Наверное, было бы круто. Ну, он выманивает меня на открытую местность, и вполне возможно, что придется выходить. Приростом тогда наверняка он заминусует меня. Только слабость есть. Сбегаем. А, он себе еще и хочет купить каких-то артефактов. Да ладно. Нет, быстро ушел, значит ничего не покупал, просто посмотрел, что там есть. Но ему сейчас золото не особо хотелось бы тратить.
поскольку надо сейчас на скупку собирать. Короче, ладно, тут все ясно. Надо просто выходить, дать ему финалку нормально и не тянуть кота. Ну, по крайней мере, ведет себя грамотно, лишний раз не рискует. Зачем ему лишний раз рисковать? Можно вспомнить мою игру против тролля, когда он, сломя голову, бегал на мою темницу, чтобы захватить. Там раза 4, наверное, или 5 он пытался штурмовать мой замок, ничего у него не получилось. До тех пор, пока он не подождал нескольких приростов, и тогда уже пришел и добил. Просто лишил меня экономики в итоге. Если я сейчас хотя бы на этой неделе дам ему финальный бой, тогда хоть какие-то призрачные шансы есть. На следующей неделе у меня шансов уже не будет. Я уже искупиться не смогу полностью. И перевес по армии будет на его стороне. Но открытая местность — это однозначно плюс ему. На родной земле у коней будет 10-я скорость. Не знаю, будет бить цепнуха или эксперт ускорения накидывать. С большой долей вероятности он с помощью своей тактики станет подперед, даст эксперт ускорения и попытается сразу выбить мне все свои войска. И поскольку он будет находиться возле меня, он будет понимать, что я ему не смогу его ударить цепнушкой. Вот в чем прикол. По сути, это самоубийство — идти на открытое пространство, чтобы воевать с ним. Ну а какие у меня, по сути, есть еще варианты? Фионка, Лоинс. Маны маловато. Бьем по тридцаточке. Ну, доскупаемся здесь. А теперь уже будем мудрить с этой стороны что-то. Как-то так. Думаю, этого должно быть достаточно. Так называемые тараканьи бои. Раз. Выйдемся всеми. Должен, по идее, убегать, понимая, что перевес и по армии, и по магии. Смысла даже нет пытаться тут что-то сделать, без вариантов. 3 ударных стека против 2 у него, причем они у него такие послабее, чем ударные стеки у Лоинса. Это вообще бой такой, в надежде немножко навредить сопернику. Чтобы он меньше разведку делал, меньше цепи у него где-то были отстроены в разные места на разные фланги. Удалил бы феи, сделал единички грифонов. Если бы у меня были хорошие ударные стеки, то, может быть, я это и сделал. Но вот прикинь, он, если на открытой местности происходит финалка, он выставляется на экспертной тактике вперед, сразу же всеми своими стеками врезается в меня. И пытается выбить. Если у меня кто-то и выживает, то там буквально там реально уже остатки, которые ничего не могут решить. Толку мне с них. С фейк, я согласен, тоже толку никакого. Но это хотя бы защита от цепной молнии, чтобы больше выжило, если он все-таки не пойдет через экспертную тактику о молнии. А если он, например, накидывает цепную молнию, ну хорошо, допустим, если бы при цепной молнии у меня выживало 2 грифона с одного стека, все остальные минусовались, то получится, что я потеряю всех грифонов, вместо того, чтобы у меня оставался еще этот стек, и у меня была возможность еще как-то сбежать или что-то еще придумать. Но это так, если вкратце.
Понятное дело, что феи никак мне не помогут. А, вином готовит, поэтому периодически... Женщина-обзорка? Так, твои друзья играют в героя? Есть кто-то знакомый из папашек? Ну, знакомых папашек много, поскольку сейчас турнир провожу, где участвует много папашек. Это не друзья, а как раз вот реально просто знакомые. Общаемся вынужденно по турниру. Например, Камилу приходилось не единожды обращаться. Человек отзывчивый, который реально ни разу не проигнорил, всегда отвечает, старается это делать по-быстрому. Могу только лестно о нем отзываться. Dirty Player частенько тоже помогал. С феек, я тебе говорю, фейки мне нужны только ради того, чтобы ударные стеки не расформировать. Но я могу вместо феек взять ну кого? Какую-то нежить, которая у меня там была. Ну возьму я их, и что? Это будет минус мораль. Или у меня здесь был герой, который с войсками башни. Ну, хорошо, возьму я их. Что так, в принципе, толку никакого. Золото мне взять негде. Нужны они, чтобы у меня просто стеков было больше. У соперника мораль еще похуже, чем у меня, просто что реально... У него навык есть для повышения морали боевого духа. Блин, атаковать или не атаковать? Никто особо не дотягивается до него. Что я этой армии могу ему сделать? Надо... Давайте следующего хода дождемся. Хотя, может быть, сразу можно баллисту купить. Может, брать баллисту, просто ломиться на него и все. 2300, нет. Значит, сидим еще один ход. На следующий ход покупаем баллисту. Если он на нас сейчас не нападает, просто выходим из замка и все. Но не дает соперник мне никаких возможностей. Мы покупаем баллисту. По сути, больше я ничего сделать не могу. Оставляем в замке тогда феек. Делаем вот так. Ну ладно, хочешь финалку даже не на родной земле у меня. Не будем тянуть, идем на финал. Также. Ну да, пока на этой неделе мы ему хоть какой-то бой можем организовать, давайте это сделаем. Можно попробовать мантикор еще притянуть. Немножко собью. Крашлог. Вот насчет крашлога не знаю. Ну, по идее, он автоматически должен сохраняться, но он у него мог не сохраниться. У него вообще было 0 килобайт свободно на диске. То есть у него и сейв, и battle файл. Ничего не сохранилось. Кстати, вполне возможно, что и багнутый был автосейв, а потом он просто перезаписался нормальным, когда он освободил немного места. Ну а Дарк как раз славится своей принципиальностью, то есть он сказал, я не буду играть, если не будет каких-то серьезных доказательств и все. А сроки тоже там поджимают, на переигровку тоже он не согласен. Ну тоже можно понять, в принципе, ему сложно выделять время на игру.
Но это далеко не единственная проблема в турнире. Там еще есть спорные партии. Но там спорные в основном из-за невозможности играть одним или другим игроком. Например, есть игра между Red White и Псича. На одной неделе не мог Псичи играть, на второй не может играть Red White, и по сути у них одна неделя на три игры остается. Но вроде как там отписались, что договорились, нашли там время, когда смогут уже первую партию начать. Сегодня буквально. Так, а сколько они там по сути? 160 здоровья. И седьмая скорость. 160 здоровья. Как-то это мне помогает. Не знаю. Вообще не знаю. Но можно все равно притянуть. Что у нас по очкам перемещения? Делаем вот так. 3, то есть нормально успеваем, да? Может быть, тогда все-таки этих в один стек и взять еще копейщиков и вот этих ребят. И тогда уже с этим лезть на него. В нормальной расстановке смысла нет никакого. У него есть тактика, он все равно расставится так, как ему лучше. Поехали. Финал так финал. Больше я все равно ничего собрать уже не смогу толкового. Да, подходит поближе сразу же. Расставился поближе. Всех вверх даже поставил. Наверное, цепнушка будет пускаться вниз. А нет, экспертное ускорение накинул. Ну, я так и думал, что будет играть через эксперт ускорения. Сразу же врываться для того, чтобы я не мог бить его цепнухой. Ну, основная задача сейчас правильно расставить приоритеты, заминусовать именно нужные стеки. Стрелков заблочил. Вроде бы и армии не так уж и много, но, блин. Было бы у него экспертное замедление вместо ускорения, уже была бы совершенно другая игра, а так... И как раз четко под циту ему зашла. Герой не родной, но заходит именно ускорение. Прокачал воздух. Музыка из Sims 3. Это из вторых. В третьих она там немножко видоизмененная. Вообще играет музыка на стриме там, где без авторских прав. То есть ту, которую можно крутить без разрешения. И то периодически некоторые треки становятся платными, приходится их из плейлиста выкидывать. Ну, при каких-то хороших раскладах, может, мы переживем не два раунда, а три. Это, пожалуй, максимум из того, что мы можем сделать, наверное.
по грифам ударил. Так, ну старается мне минусовать. Так, что ж с тобой-то делать? Что если я всеми отбегу и ударю его цепнухой? Как вы думаете, нормально будет? Но я думаю, это не худший вариант во всяком случае. Вперед. А, убрать стрелков я не успеваю. Делаем вот так. Смысл завейтиться. Давайте тут завейтимся. Идем вниз. Тоже. Тут тоже даже отходим. Можно еще, знаете, как сделать? Накинуть экспертное замедление, чтобы он потом цепнухой по мне не бил. А на следующий ход за счет преимущества в скорости накидывать тогда уже цепнушку. Чего за месяц такие маленькие армии? Так это уже четвертый финальный бой между нами. Не, у меня, я понимаю, что цепнухой, просто есть вариант, смотрите. Либо я сразу бью цепнухой и... Вот эти три стека и вот этот у него сильно подбиваются. Но на следующий ход он ходит первый, и он уже может меня ударить цепнухой. Либо же я делаю второй вариант. Я сейчас накидываю экспертное замедление на него. Да, наверное, все-таки экспертное замедление. Сработаем пока именно так. И вот у нас начинается второй раунд. Скорость у него максимальная 6-я. Уже получается. То есть ему теперь надо будет тратиться опять на ускорение. В случае чего. В случае чего, да? Так, выйтиться или по кому-то бить. Главное до шестой скорости, когда дойдет. Пятая, четвертая. Но я тут особо не смогу сбежать. То есть можно, в принципе, уже бить цепнушкой. Что мы, собственно, и делаем. Хлоп. Ожидаемо. А далее мне надо опять возвращаться к нему же. Хотя под все стеки подставляться, наверное, смысла нет. Делаем вот так. Это раз. Делаем вот так. Это два. Ну и заставим его побегать по всему полю за нами. А, хотя стоп, у него же тоже цепнушка. Ну и ладно. Вот, снова накидывает эксперт ускорение, чтобы побегать за нами. Теперь он выигрывает преимущество в конце этого хода, и на следующий раунд он тоже будет ходить, по идее, первым, да? 12-я скорость, да, да, следующий ход он тоже ходит первым, по идее он меня заминусует все равно. Хотя нет, нет, да, 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 минусует. Все, это ГГ. Тут уже без вариантов. Хотя... Есть потенциальный шанс еще, но он, скорее всего, не сработает, поскольку по скорости его преимущество. Вот, начинается третий раунд. Ну, хотя бы два раунда прожили, то хорошо. На третий тут он уже нас будет добивать.
понятное дело, попытается выбить мне коней. Кстати, за счет коня, походу, мы в третьем раунде еще что-то сможем сделать. А, красава, молодец. Молодца. Копейщики выстояли, красавцы вы мои. То есть я могу сейчас накинуть замедло еще раз. Ну, он опять потом накинет ускорение. Короче, цепнушка и все. И не парим мозги ни ему, ни себе. Всем привет, ключник. Тут ГГшка, без вариантов вообще. Хотя мы можем сбежать еще за 1900, просто сбежать. В принципе, неплохой размен, я считаю. На следующий ход мы можем даже выкупиться. То есть ему сейчас нужно добежать до замка, а он, скорее всего, не успевает это сделать. Адельку мы посадим внутрь замка, чтобы какая-никакая охрана здесь была внутри. Ну, в общем, максимум, который я мог вытянуть с этой недели, я вытянул. Довольно сильно мы его потрепали. Лоэнс будет убиваться. Ну и пускай. Мы тут своих героев начнем тоже подтягивать как-то немножечко поближе. Ну, следующий ход. В любом случае, хотя бы нервы сопернику потрепаем, да? Он не хочет завершать игру. А раз не хочет, значит, будем играть с ним так. Из-за того, что решил он копить прирост, сам делает эту партию интересней. Сила против магии, да? Так, ну, тут. Возможно, за счет гнома выжил. Хотя нет, не выживу. Опа, а может и выживу. То есть можно будет еще... Ага, Алоинса мне нельзя откупать, потому что он мне перезапишет Гриндана. Так что придется проигрывать Лоинсом. Тридцаточка, кого я могу убить? Троих? Да. Ну все, пускай убивает. Есть. Так, цепнуха против всей моей армии, да? Ладно, прячем тогда Тиву. Тютелька в тютельку, у нас кубку Гриндана есть. Маны у нас еще предостаточно. Придется таскаться со всей вот этой вот билибердой. Поскольку другой армии у меня нет вообще никакой. Да, лучше феек всех оставить. Ну, Малкольма спрячем здесь. А, он хочет ману пополнить. У него же там проблемы с маной, да? Хотя знаний много. Если я сразу выбегаю, опять эксперт ускорения. Хотя сейчас он сидит на 4 стеках, у него не максимальное количество стеков. Но преимущество у меня 7 скорость, я могу ударить цепной молнией. Но я сбежать не могу.
Хеверулс не даст мне сбежать, если я в первом раунде кастовал какую-либо магию. Ладно, ждем тогда. Просто расставляем своих героев. Собираем бонусы на следующий ход. Он на следующий ход, наверное, еще не нападает. То есть будет ждать, пока начнется вторая неделя второго месяца. Да, я в шоке, конечно, с темпа соперника. На 6 недель растянуть скирмиш. При том, что я сделал все для того, чтобы этот скирмиш побыстрее отыграть. Даже был инициатором первых стычек. Но главное, что это играет ему в плюс. Получает преимущество. Правильно он сделал, что ушел в отстройку гильдии. Как раз получение цепной молнии очень сильно повлияло на исход и вообще переворот всей партии. Не будь у него цепной молнии, все было бы по-другому. Даже если у него было бы там воскрешение какое-нибудь, оно бы против цепнушки уже не роляло с такой силой магии, как у меня. Поискать ресурсы героями? Ну да, вот бонусы я буду собирать. Первый бонус, второй бонус, третий бонус. Какие ресурсы там выпадут, я не знаю. У меня героев не хватает на то, чтобы цепи нормальные строить. То есть я хотя бы бесплатных копейщиков заберу. Подвезу их в замок. А были бы еще герои, можно было бы наверх по цепочке. Вот здесь ресурсы отбить. До сюда бы я уже, наверное, не дотягивался. Потом надо было бы еще армию вернуть и все. Так, вот он новый месяц. Раз бонус. Два бонус, три бонус. Вытащили максимум. Тут забираем копейщиков Малкольмом. Дальше смотрим. А, у нас же конюшенка есть. Надо не забывать про это. Эх, если бы был бы на разгоне, я бы дотягивался, прикиньте. Ладно. Ну что, вымениваемся в ноль. Мне хватает на три коня. А три коня это 300. Всего лишь. Хотя, если три коня и их разбить на единички, сделаем вот так. Даже чтобы он мне не объединил все стеки при нападении, надо разноплановые стеки сделать. Мечник за 300. 450, а стоп, единичка, 150, не, максимум мы делаем, значит, вот так, одного этого, одного вот этого, ну вот это, по сути, максимум наш, который мы можем сделать. Но при этом остаемся на разгоне. Так, гринданом, пожалуй, еще вот этих ребят заберем. А, кстати, да, неплохо. Вот, по сути, разноплановые войска, то есть максимум стеков получается. Даже в случае, если он нападает на нас и разбивает, сбивает нам разгон. Почему сбивает разгон? Потому что
Когда он на нас атакует, все стеки из города перемещаются к нам в слот, и мы уже не на девятой скорости, а на гораздо меньшей остаемся. На третьей. Ну, по сути, это все, что я могу сделать на этот ход. Вот знаете, после таких игр, когда вы делаете нервотрепку сопернику, постоянно рушите его какие-то планы, сбиваете его, хочется потом пообщаться по скайпу, узнать, какие эмоции соперник после игры чувствует. Я помню, меня жутко выбесил один игрок, вот как раз Виндок. Я новичок. Когда у него было тотальное преимущество, у него был контроль, у него был логист Кирь, который бегал там чуть ли не на четверть карты. Я готов, говорит соперник. Наконец-то. Он меня долго искал и никак не мог найти. Я видел, что у меня шансов, в принципе, на победу не было. И я этому Виндоку сказал: вот, мой замок находится там-то и там-то, приходи. Он приехал, посмотрел на мою армию, даже не стал нападать. Уехал, сказал, я приеду позже. Еще мощнил, целую неделю он мощнился, скупал войска, только потом приехал, аж и меня добивал. А я хотел побыстрее закончить, получается, уже ночь была. И из-за него мы там долго до утра играли. В общем, после того мы с ним даже не связывались. Ну, как-нибудь надо будет все равно с ним поиграть. Просто прикол в чем, там уровень игры у него не особо высокий. Мне с раскладом очень сильно не повезло. Я был в темнице, в подземке. Было много различных блоков, которые не давали проходить. А у него свободные проходы, и сдача была просто шикарная. Но прикол в том, что просто не стал убивать, когда я его попросил это сделать. Может, он, правда, не зная меня, думал, что я как-то хитрю по-своему, типа, что-то есть у меня в наличии такого. А, стоп, я не передал ход, да? А я думаю, что соперник пишет, что он готов. Так, приходит ход. Куча мощны, даже мишек поставил. Ай-яй-яй. Ну прям вином меня сегодня балует. Ну давай, давай. Так, садимся внутрь. Что мы еще можем докупить? Немножко стрелков. А коней, пожалуй, снизу поставим. Даже вот нет, не так. Вот так сделаем. Есть. Возле коней какие-то маломальские важные войска. Загрейдить уже нет возможности. Давайте тут сбегаем вниз. Тут мы, в принципе, все собрали. Киву поставим поближе. Ну и вот она, финалочка. Передает все войска. Да уж. Ну не думаю, что ему там пополнение маны надо. У него там боев особых не было. Ну вот она, финалочка. Что, полетит цепнушка, пожалуй. А потом птички полетят добивать. Причем цепнушка, скорее всего, полетит на коней.
по сути, игра у нас заканчивается на 2-2-2 на скирмише. Да. Как зовут по-настоящему? Виталий. Три стрима и три финалки, ничего себе. Ну пошла цепнушка, как я в принципе и ожидал, начиная с чемпионов. Так, а если я накидываю за медло, он накинет потом ускорение, да? А если я накидываю за медло, потом слепоту, то есть птички больше нас не трогают потом. Или даже не так, сразу слепоту. Хотя без разницы, сразу слепоту, потом замедло, или замедло, потом слепоту. В итоге я мелу тоже ФБ. Есть антимагия. Ой, так. Я не знаю, сколько орки наносят урона. Но по идее соточку могут и не выбить. Хотя он просто цепнухой меня жахнет второй раз и все. Да нет, тут без вариантов. Просто бьем цепной молнией, чтобы хотя бы баллисту ломай и тащи. Та-да. Ну, кинем цепнуху, просто чтобы побольше урона ему нанести. На тридцаточке еще баллиста висит. Перебегал меня соперник. Ну, сам виноват, вначале очень много ошибок было. По сути и так, можно сказать, после ночной партии я тут еще как-то выруливать стал. До момента, пока цепнушку он получил. Так. Сюда станем. Это было больно. Стоим. Эх, не по тем они стреляют. Ну, по идее, птички сейчас. Сколько по времени идет? 3 часа 13 минут. Насчет того, чтобы сделать меньше задержку, надо качество, наверное, ставить похуже во время стрима. Ой-ой-ой, на копейщике. Просто жесть. Давайте вот так. Все, я сделал максимум. Больше я уже ничего не сделаю. Ну, будет через бандикам снята вся эта партия. Я ее перезалью. Там уже сможете без задержки посмотреть. Вот такой вот финальный бой получился у нас. С победой поздравляем соперника. Заслуженно победил, молодец. Заслужил, молодец. Выбрал правильные приоритеты. По армии отставал, но начал отстраивать гильдию, получил цепную молнию. Вот я все-таки считаю, цепная молния здесь затащила. Вовремя он ее получил. Перевес очень быстро перешел на его сторону. Даже несмотря на кучу моих ошибок, не будь у него цепной молнии, тут
шансов было все равно не так много. По идее, я бы там уже его перебегал. Даже с учетом баллисты. Ну вот, как-то так можно выходить. Говорит, размочил счет. То есть по партиям у нас теперь стало 2-1. Первая победа Венома. Ну, как будет время, может, еще потом сыграем. Но вообще запланировано вот... Женя Тимбукту хочет сыграть, потом Принц хочет сыграть, он раньше Жени просил. И с подписчиком надо будет как-то доиграть. Сегодня стримы уже, скорее всего, не будет. Возможно, если в ночь сможет, то доиграем партию с подписчиком. Поскольку сегодня партия была до самого утра, хочется хотя бы сегодня лечь нормально. А сейчас надо будет турнирные вопросы порешать. В случае чего. Повоюем хотя бы с компьютером, типа мы победили у Венома, да? И надо заказики некоторые поделать по программированию. 9 хп, конечно, бьем. 7 наваливаемся. Антимагию накинул. Ну да, ну да. Неплохо так-то. Значит, мы сделаем вот так. Выбиваем птичек. Ну, а дальше мы уже должны перестоять. Видите, насколько компьютер играет хуже, чем Веном. Тут проход надо закрывать зомбями. 6-я скорость. Делаем вот так. Там на них антимагия. Ладно, подставим коней, так и быть. Что я делаю? Вот же шлол. Так что сегодня стрим, скорее всего, не будет вообще никакого. Или будет доигровка. Но доигровка там тоже, по идее, недолгая будет. Хотя и тут я думал, что будет недолгая доигровка. Но он нашел цепную молнию. И да, даже ком тут побеждает и то. Вот так вот. Ну что, ребят, всем спасибо за то, что присутствовали на стриме. На днях, я думаю, еще какие-то стримы организуем, когда будет более-менее свободное время, и они будут стоять в заливке на YouTube. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо, всем пока. С вами был Армак, и до новых встреч.